Всем здорова, друзья мои, всем привет! Не ждали? А папа здесь. Друзья мои, мы будем проходить сейчас все игры вне стримов. Я взял выходной и готовлю для вас подарок. Вы еще, правда, об этом не знаете, но я вот уже потихонечку перебазировался, знаете ли, в роль летсплейщика. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Ну а с вас лайк. Этих видосов на стримах не было. Как вы видите, качество видеоролика тоже должно быть на высоте, так как вне стрима записывается. Ну и пожелайте удачи, ребята. Это Doom Eternal. И третья часть. Пушка. Поехали. Так. Ну шо? Папа в деле. Здрасте. Здорово, пацаны. Ух, ёпта. Я понял. Я понял. Особо тут, короче, не быканёшь. Как мы это любим всегда делать. Окей. Вы знаете, как оказалось, очень не хватает снайпы. Потому что люди мне писали: Лёха, а чё, про снайпу забыл? А, мне её прям воистину очень сильно не хватает. И, кстати, то, что с них... Ой-ой. То, что с них падает вот эта вот жижа, в принципе... Слушай, а чё будет, если я отсюда прыгну? То, что с них падает их, можно сказать, кровь в виде брони, это, конечно, очень крутой перк, который мы, по-моему, с вами прокачали в тот раз. Так, в этот раз я удачненько зашел. Ребят, напомню всем то, что этот уровень сложности не прощает, а абсолютно никаких ошибок. Сразу же вам здесь накажут. Вас здесь... Твою мать! Здорово! Здорово! Обидненько, да. Опа, допрыгнул. Хорошо. Здорово, мать! Ничего себе, фликшоты тут летят. Тут просто тут... Ой, хорошо. Прям меня прям... Знаете, душа радуется. Как я и говорил, кстати, хватает ли динамики? Вы знаете, все-таки немного, я от своих слов не отказываюсь, немного бы я ее здесь добавил. А так, в целом, игра, конечно... Производит великолепные впечатления. Пока что не понимаю, как туда вот попасть. Решетка. Как-то снизу. Что-то, по-моему, надо вниз нам с вами щемануться. Кстати, как раз и патрики подлутаем. Где-то вот здесь тут будет проход. Так, стопы, не торопимся. А вот и проходик. Здорово. Твою мать! Я тебя понял. Держим волыну наготове. Ага. Я боюсь, что здесь же можно и остаться. Ай, ну конечно, стример не тупой. Надо пойти, надо полазить, попробовать все-таки достать. Но мне больно интересно, как... Как же отсюда жизнь достать, если в этой жиже ни хрена не выходит. А заранее мы их долбить не можем, да? Слушайте, а что же нам здесь с вами делать-то? Как же нам здесь быть-то с вами, братишки? Кашечкой, может? Да мы тоже не успеем с вами. Ать. Опасно. А, можно их все-таки. Друзья мои, они нормально так, кстати, контрятся. Чё, шлягу? Ай! Достала, мать ее. 6 хп. Ну, профессионализм, как бы всегда видно.
Окей. Ну ладно. Сука. Спасай. Нет, 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 нет. Ать. 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 Так. В этот раз все намного лучше. Лучше. Папа тебя нашел. Как с тобой бороться, сученька. Все, 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 все. Забайчено. Ать. 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 Так, сюда. Слушайте, ну здесь их не должно уже вроде как быть. Я очень хотел, по крайней мере. Опа. Дополнительная жизнь, боже мой. Я правда не знаю, зачем она нужна, но как бы все равно мы не с одной с тобой жизнью играем, но попробуем. Попробуем. Блин, кто-нибудь, интересно, вообще на канале считает, какое количество раз я умер в этой игре? Ты считаешь, нет? Так, мне очень не хватает снайпы. Прям максимально не хватает снайпы в этой игре. Интересно, как это работает и какой у нее урон. Так. А, она такими жесткими зарядами-то долбит. Она под... Рядом находится реактор стражей. С ним вы сможете запустить робота и расчистить себе путь. Это я могу. Ай, ну давай. Здорово, парни. Я, конечно, не подстрекатель. У меня почему-то у одного в голове, знаете, такая few moments later. Кузьмич! Ай, ну конечно! Как, мать его, удобно! Чё? Куда? Ну, вот это же надо подвинуть. Подожди. Эту я подобрал. Серьезно? Ни хрена себе, хочу себе такую же руку. Спасибо. Ого. Давай попробуем. Эть! Я смогу. Что-то мне подсказывает, что я здесь вряд ли смогу. Ой. Вообще легчайше. Сюда. Блин, офигенно выглядит все это. Но нихера не понятно. А.
Я понял. Ну, я так понимаю, наверное, он туда, да? Ага. Ну, допустим. Стример-то не тупой. Отворяй, собака. Ну давай, вообще не страшно. Ни хрена себе, пацаны. Какодемон. Закиньте в ротовую полость какодемону что-нибудь. Понимаю. Ня! Обидно, да? Да? Конечно, да. О. Опа. Все, да. Школьник. Я иду к вам. А, понимаю. Понимаю, мать твою. Оболёдок, мать твою. Ёпта. Что так страшно-то? Надо попасть, попасть. Надо как-то в нему... Не попал. Попасть. Есть. Ха-ха! Что, школьник, обидно? Ать! Ать! Хер там. Ать, ать, ать! Ать! Обидненько, да? О, с кем-то зарамсился. Красавчик. Минус дурачок. Хорошо. Ой. А, понимаю! Понимаю! Здорово. Секретное оружие или план Б. Хорошо. Ёп, надо вот это вот в оружие, кстати, выгулить. Посмотреть, что это вообще такое. Да подожди ты, родной. Что так жестко-то? Да тормози! Я жив! Я жив! Я ж... Вашу мать, я умер! Ведь это шляпа, на! А, понимаю, понимаю, вопросов нет. Обидненько, да? Охереть, вообще просто, да вы... Вы что тут такие... Лютые-то? Еще что ли разочек снайпернуть? Ага, снайпернул, проверяй. Я понял! Я понял, я понял. Все, 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 нормально, 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 я понял. Понял, услышал, осознал ошибку, ушел. А, 10 хп, здравствуйте. Здравствуйте. Ать, ать, живем, 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 нормально, нормально. Музыка играет, пацаны, нормально, все. Все, андер пожилой контроль. Ать, 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 ать. Ты где, родной? Ать, не ожидал, да? Обидненько, да? Шо, додик? Еще один, да вы гоните, хорош! Ёпта, да ладно! Да ладно! На! Вообще, ёпта. Да хорош, хорош, все, тормозите, ну уже душите, душите. Вообще просто сильно уже задушили, просто. Папа уже тут еле, мать вашу. Сюда, не надо. Да ёпта, это какого? Да как здесь выжить? Ты как тут? Какого праздник? О, сука, как я зол, а? Ага. Ага, Красти Краб, давай, родной. Я теперь знаю, по кому я по первому дам. Нет, давай. Хорошо. Ага. Нормально, пацан стреляет. Я лечу, родной! Что, додик? Попався.
Хорошо. Отлетел парень. Я понял. Все, 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 все. А че, а че, а че? И все, а че, и все. И все, и все, и все. Да, и все, и раз, и все. А че тут? Ну и нормально, а че? Да, действительно, давайте еще больше. Ну, а подумаешь, да, действительно. А почему бы и нет? А почему бы, да, действительно, твою мать, и нет? Нормально, нормально. Броняемся. Что, обидно? Шо, 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 шо. Сюда. Сюда. Минус глаз, минус жизнь, минус рот. Перебазируемся, все, я понял. Неведомый поебень идет. Твою мать, что так страшно-то, а? Попасть, попасть, попасть. И попал. Есть, попал. До свидания. Да иди ты в очко. Я понял, все, до свидания. До свидания. До свидания. Еще одна. Что это такое вообще? Что происходит? Ого! Это мне нравится. Слушай, может, надо как-нибудь остановиться, а уже. Хорош уже душить-то! Господи, как же у меня жопа-то, а, выгорает. Какая хорошая пуколка-то оказывается, а? Какая, вашу мать, шикарная пуколка. Так она их шикарно наказывает. Просто идеально. В смысле? Да ты чё не хаваешь-то это? А, ну да, конечно. И здесь кто-то заспаунился. Здравствуйте, я поя. Да, да, конечно, естественно. Оставайся, мальчик, с нами будешь. Сука, да это нет. Давай, 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 живи, 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 дядя Лёша, живи, мой хороший, живи. Давай. Сучка, я тебя... Домой! Не надо. Спокойно. Здорово! Не надо. Ой, ну нет, ну нет! Ну нет! На! Хорошо, хорошо, дядя Лёша, тащим, ёпта! Тащим! Нет! 5 хп, да не надо! Ай, прям попа! Попка, попка! Очень болит! Очень больно! Попе больно! Сука! Почему, блядь? 2 hours later. Сейчас смотри, сейчас с первого раза пройду. Ну, это просто игра тебя испытывает.
Первый пошел, второй пошел, парашютки не забываем. Я понял. Неплохо тоже, а почему бы и нет? Действительно, что такого-то? Все, здесь Москва конечная. Отсюда просто нет выхода. Господи, как же это потно. Насколько это только возможно, это потно. А хп все нет и нет. Его просто, мать его, нет. Господи, неужели я прошел этот момент? Я прошел. Я его прошел. Давай посмотрим. Может быть, что-то где-то валяется. Как вы видите, бронечка осталась. Это было самое на данный момент адовое место в этой игре. Вот пока что, вот сколько я прошел, это 100% самое просто трэшовое место. Все не так уж и плохо, на самом деле, только по патрам проблема. Снайпа, конечно, прекрасная. Подберите конденсатор, чтобы полностью зарядить бустер. После этого снова сможете воспользоваться им. А! Блин, у меня же эта фигня есть. Я совсем и позабыл, ребят, если честно, про вот эти вот... Про мансы вот эти вот забыл, вот про вот эти вот, вот вещи. Просто что-то у меня даже из головы вылетело. Think about it. Здорово. Нормально ты, брат. Почти все хп сразу, за раз просто. Ага. О. Это мне сейчас прям мега актуально. Слушайте, но я хочу сказать так. То, что могло бы быть и хуже. Вообще, на самом деле. Потому что этот уровень сложности, конечно, просто он адовый. И здесь я даже... Здесь я даже не знаю вообще, что сказать. Боже мой, как же здесь красиво. Братишки, это просто, это шикарно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Я прям часть назову внутри демона. Да ладно. Красота. Мое почтение, брат. Я как в тренды Ютуба попал, если честно. Такая же жожоба.
Да, конечно, но я тебя прям ждал. О, блин, мать твою. А. Ну да, конечно. Конечно же, конечно же. Так, братишки, мне нужна хпшечка с вас. А, я забыл, что вы стреляете, сорян. Как же мне здесь? Я понял. Давай, 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 давай. Ну, конечно. Конечно же. Да за что, да кто? Твою мать, ты вообще здесь откуда взялся, родной? Спокойно. Здесь сейчас что это? Хвыст по-любому будет. Но. Нет, не будет. Так, хп. Ага, сейчас, да. Слушайте, ну я прошел. Так, очки оружейника копятся. Вижу бронечку. По красоте. Фух. Потно. Конечно, это очень потно. Друзья мои, предлагаю на этом серию закончить. Такая довольно длинная, такая, знаешь, прям насыщенная серия получилась. Себя, как всегда, лайк, ребят, подписочка. Извините, у меня голос сел, самую малость, но... Серия была очень потная, я максимально старался не бомбить, так что, надеюсь, у меня это получилось. Ставь лайк, подписывайся на канал. Обязательно проверь, подписался или нет, потому что очень часто YouTube подписывает. Лайк, ссылка на плейлист внизу в описании. Удачи, братишка. Погнали. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.